главные достопримечательности Лотоса, да? Не знаю, что это такое. Да, это самый вот их же знаменитый, вы не знаете, что за башня такая? Да, прямо на площади возле пляжа. Отсюда очень отличный вид на море и на острова, да, папа? О, это кто у тебя? Единорог? Да. Единорожек. Да. Ля, ну как тебе Вьетнам, нравится? Да. Как тебе пляж? Хороший? Да. А вот там, смотри, какой вид отличный открывается на острова. Там остров Винпёрл, там целый остров аттракционов. Мы обязательно туда сходим, но это уже увидите в следующих сериях, да, Лиан? Хочешь на Винпёрл пойти? Сейчас я его приближу. Вот он. Ну что, пойдем прогуляемся? Да. Пап, что-то очень скучно нам. У тебя есть какие-то предложения, чтобы нас развлечь вообще, что-то сделать? Пап, я считаю, что давайте будем игру играть «Пол лава». Давайте. Как вы на это смотрите? Да? Давай попробуем. Единорог, который любит. Я люблю. Давайте. Ну что, начинаем? На счет три. Раз, два, три. Пол – это лава. Вы оба проиграли. Давай, подожди, беги. Пол – это лава. Мама успела. Лиана. 1-0. Лиана не успела. 1-0 в мою пользу. Пол – это лава. Успели, 1-0. Ладно, все, слезайте. Пойдемте дальше еще. Пол – это лава. Ну да. Я не успела. Вам здесь повезло. Вам здесь повезло. Успела я? Ну да. Ну давай. Сейчас посложнее сделаем вам задачу. Очень легко вам. Пол – это лава. Ну что, успели. Лиана успела вообще хорошо. Давай, надо смотреть. Давай как? Пол – это лава, а потом до 3 секунд считаешь, и в течение 3 секунд мы должны успеть забраться куда-нибудь. Все, если давай. 3 секунды не успеваешь, значит проигрываем. Давай, да, спускайся. О, папа, Пол – это лава. Раз, два, три, четыре, пять. Мама проиграла. Лиана выиграла. Да, пойдем. Помоги Лиане. Мы с единорожкой выиграли. Да. 2-2. Да. Пол – это лава. Раз, два, три. Я успела. Успела? Ну, Лиана тоже успела. Вот смотри на стол. Пол – это лава. Раз, два, три, четыре, пять. Проиграла мама. Ура! Лиана выиграла. Это сколько уже? 2-3. 2-1. Да, Лиана выиграла. Все, слезай, Лиан. Папа, не сложно. Пол – это лава. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Оба проиграли. Оба проиграли. Можно уже, пап? А что вы хотели? А вы что хотели, чтобы было все лучше? Давай, меняемся. Change. Пол – это лава. Раз, два, три. А, папа проиграл. 1-0. Да. Папа залез на дерево, Лиана на фонарь. Лиана проиграла. Нет, оба выиграли, молодцы. Лиана выиграла тоже. 1-0 пока счет. Пол – это лава. Раз, два, три. Три.
Лиан, понравилась тебе игра? Прикольная игра получилась? Да. Слушайте, ну Лиана у нас настоящий победитель, потому что со мной у нее был счет 2-1 и с папой 1-0. То есть у Лианы 3 очка, а у нас с папой по одному. Да? Да. Молодец, она хорошо играет в игру. Мне тоже понравилась эта игра на самом деле. Если вам, ребята, понравилась эта игра, ставьте лайки. И обязательно пишите в комментариях, умеете ли вы играть в такую игру «Пол-2». Да. Ну что тогда, прощаемся. Да. Смотрите следующее видео во Вьетнаме и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Да, Лен? Да. Всем пока-пока. Thank you.